Всем хай! С вами Юджин, и добро пожаловать в специальный цикл летсплеев под названием «Проба пера». Другим названием я пока еще не придумал. И сегодня мы с вами затестим игру под названием «Tomb Raider». Вы все знаете, что это за игра, да? Она уже давно вышла, и все в ней играли, кроме меня. И я бы никогда до нее и не добрался бы, если бы мне не подарили в Steam чувак под ником Werewolf, что значит оборотень. Он мне подарил эту игру, и огромное ему спасибо за это. Давай 5, чувак. Огромное тебе спасибо за эту игру. Готов? И 5! Я плохо знаком со вселенной Tomb Raider, но поскольку эта игра считается как перезапуском серии, то есть тут совсем все по-другому, и геймплей другой, и самое главное, характер героини Лары Крофт совсем другой. Вот, и я думаю, почему бы не поиграть, почему бы не попробовать вместе с вами ее затестить. Возможно, уже многие из вас ее видели, играли, проходили до конца, вот. Но мы сыграем с вами один выпуск и посмотрим, будем ли мы ее проходить до конца, да, посмотрим, как попрет. Вот, так что вы напишите свой, комментарий, свой отзыв, свое мнение, свой вердикт, вынести этой игре, после того, как посмотрите этот летсплей, вот как-то так. Ну что ж, давайте приступим, а? Давайте. Один известный путешественник сказал. Ага. Исключительно не мы, а то, что мы делаем. Я отправилась на поиски себя. И приключений. Смотрите, она даже выглядит по-другому здесь. Приключения сами нашли меня. Все так по-современному, наушнички, как у меня вот с таким проводом узеньким. Тоже Razer, что ли, у меня? Смотрите, что-то происходит, крушение. О! Какие горки замечательные. Прям аквапарк. Самые тяжелые минуты. Я, кстати, никогда не был в аквапарке. Когда жизнь проносится перед глазами. Или был, но не использовал его по максимуму. Мы находим то. Мы тонули. Что нас поддерживает? Ага, спасибо, мужик. Итак, здесь у нас фишка вот в чем будет. Что придает нам сил. Мы из робкой девушки, да, из неуверенной. Вот, да, вы только что это видели. Мы найдем в себе внутреннего зверя. Вот так. Но мы не, наверное, опа. Я думал, он упадет. Будет страшно. Он упадет. Ох, прямо в воду, в ледяную, наверное, да? Или нет, совсем. И вот так вот мы нашли на жопу приключений. Кто тебя просил, девушка? Сидела бы дома, в Инстаграме бы фотки выкладывала. Интересно, у нас мобильник останется с собой? Было бы забавно, если бы у него был бы с собой мобильник без связи, естественно. Вот, но чтобы можно было фоткать себя и Инстаграмить, было бы совсем современно. Итак, о, да. Мы видим... Типично для Лары Крофт. Такой, знаете, намек на сексуальность. Во всех позах, действиях. Она истекает кровью. Зажмите рану. А, он истекает кровью. Так. Хорошо, что здесь полная озвучка, это хорошо. Так. Да Лара здесь. Окей, мы что, будем в группе людей с вами выживать? Какая наглость, нас туземец в папуас ударил. И тащит нас. Опа, он ледает. Вот это приключение она нашла. Да, молодец, Лара. Ты, наверное, думаешь, как хорошо, что я решил отправиться в эти чудесные, удивительные путешествия. Опа, труп рядом, да, висит, но он подергивается так, как будто бы там кто-то живой. Жесть, представляете, вот так вот вы обнаружите, что вы висите вверх ногами рядом с каким-то ритуальным костром, свечами, и рядом с вами труп. Crystal Dynamics представляет. Сейчас будет надпись «A Tomb Raider». Нет, не будет. Мило ее здесь сделали, мне она больше нравится, вот такая, чем та... прошлая, короче, Лара Крофт, вы поняли. Это покруче. Личико прям милое такое. Ну, специально грамотно подобрали вот лицо персонажа, чтобы она была похожа на девушку, которая была обычной и хочет стать зверем, самым настоящим выживальщиком. Так, Иона, мы раскачиваемся. Ой, как тебя, простите. Ай, фу.
Смотрите, сколько моли здесь летает. А, давайте. Он зажглось! Нет, не хочу туда! Она сказала, вниз надо? Надо вниз. Ну, если хотите вниз, то пожалуйста, ладно. Хорошо, мы сейчас будем раскачиваться туда и... Будет больно. О, да. Я не знаю почему, но мне сразу почему-то такие извращенные мысли. О, нет, прям на штырь. Нет, нет. Давайте. Так, давайте. Я, кстати, геймпадом играю опять. Мне понравилось играть. Не надо держать мышкой туда-сюда и лозить. Держишь, прям очень удобно, очень круто. Расслаблен так. Эх, колу бы еще рядом. Я не взял, как назло. Вот болван, надо было. Я же был в магазине. Был. Итак, мы идем, мы идем. Мы должны выжить. Так, о боже, нет, нет. Нет. Кто это? Это наша знакомая? Как ускориться? Непонятно. Где это я? Я это тут. Я это тут, дорогая моя. Все очень плохо. Да-да-да. Все именно так, как выглядит. Супер-мега-дерьмово. Так, опа, стоп, факел могу взять. Давайте возьмем факел. Оп, простите. Не делать шума. Так. Ну давай. Надо зажать. А, удерживайте факел, да. Надо читать подсказки. Я никогда не читаю подсказки. Я потому что олдскульный геймер, понимаете? Я не сопля какой-то, который читает там какие-то подсказочки. Я сам додумываюсь. Я играл в старые игры, где никто ничего не подсказывал. Так. Вдруг он услышал. Вдруг он услышал. Кто-то здесь, да, тот людоед, он мог услышать меня. Ни в коем случае. Так, потух мой факел. Это очень символично. В душе огонь ее затух. Понимаете, она в отчаянии. Итак, стоп. Нажмите ЛБ, чтобы осмотреть местность. Давайте нажмем ЛБ. Все такое черно-белое стало. А, он подсвечивает какие-то объекты, которые можно, да, использовать. Хорошо. Прыжок. Ох, как громко. Нет, по стелсу мы здесь играть точно не будем. Так, сейчас произойдет эдакое. Бочка рванет, давайте в укрытие. Блин, она очень милая. Мне прям нравится, как ее сделали. Идеально проработали лицо. Красотка. И формы какие, посмотрите. Так, ладно, давайте. Хорошо, она прыгучая на самом деле. Вот бывает такое, наверняка каждый из вас уже проходил это. Стоп! Сзади кто-то! Пусти! Нет, нет, давайте трясем джойстиком. Пошел отсюда. Он, наверное, хочет нам все-таки помочь, да? Или нет? Сложно тебе доверять, когда вокруг столько черепов. Хорошо, идем. Так вот, каждый наверняка в себе ощущал такое, что когда назревает, ну, очень стрёмная ситуация, допустим, очень нервозная или ответственная, да, ты вроде как бываешь иногда робким, но бац, в какой-то момент щелчок какой-то как будто словно раздается, и все, и ты резко становишься другим, уверенным. Ты не запинаешься, ты знаешь четко, что нужно делать. И не мешкаешь вообще ни секунды. Наверняка, да, знакомо вам это. И этим нас будет цеплять наша героиня. Она оказалась на грани. И теперь она будет вытащит вот этого бойца из себя, который в ней сидел все это время. И который спал из-за нашего образа жизни с вами, да? Наш образ жизни какой? Сидеть за компом, жрать чипсы, бздеть в кресло, смотреть телек. И ничего, ни о чем не беспокоиться. Так, давайте нажмем ЛБ, чтобы осмотреть местность. Что нам может подсказать? У нас тут бочка есть. Хорошо, давайте запрыгнем сюда, если можно. Нет, нельзя. Нам надо пройти сквозь водопад. Огонь. О, огонь. Давай. Ух. На самом деле, по идее, такой факел уже, наверное, слот зажечь. Смотрите, типа плота. Давайте подожгем. Будем рушить все. Такая моя философия. Сжечь все дотла. Окей, что нам надо сделать теперь? Нам надо забраться наверх, да? Давайте идем наверх. Ага, и у нас здесь
клетка для животных. Ага. Как он вернулся обратно? Надо зажать, наверное, да? И запрыгнуть. И запрыгнуть. Нет. Стоп, давайте. Так. Плот. Плот. Инстинкт выживания ЛБ. Ясно. Вот так, вот бы так у себя, да? Нажал кнопку здесь. У тебя инстинкт выживания включился. Такой сразу. Уа! Мега хорошо целишься во все. Убиваешь всех, кого не лень. Вот так мы делаем, да. Что это за коробки? Ага, это не плод у нас, это просто клетка. Давайте идем. Вот сейчас мы толкнем, и что-то произойдет. А, наверное, та бочка рухнет, да? Клыхнет. Там, кстати, несколько я вижу сейчас. Прыгаем. Ну, что произошло? В этих бочках топливо. Стоп, ничего не произошло. Ничего не произошло. Какого фига? Что-то я не так сделал? Давайте замнем. Подождем, пусть будет огонь. Так спокойнее как-то с этим. Хорошо, давайте еще раз запрыгнем. Посмотрим, может быть мы... Может быть надо было бочку, чтобы бочка именно... Оп! Секунду. Давайте, вот... А, давай. Да, вот. Стоп, одна. Какого дьявола? Все это поднимается. Может быть. Просто в прошлый раз, по-моему, были только коробки, а коробки, наверное, не взрывные, да? Давайте подожжем. Надо поджечь. Мы не подожгли, вот в чем вся фишка. А, давай, бабах! Я думал, нам не надо будет прятаться, а просто будем стоять. Хорошо, уходим. И нам дали даже опыта. Вот бы так и в реальной жизни, знаете. Сделал что-то, и бац, такая шкала появляется. Вы получили столько-то опыта. Оп-стоп. Нам не дают выйти, вот сволочи. Бегом, беги, Лара, давай. Сейчас опять завалят, да? Нет, мы просто провалимся. О, мы можем управлять, аккуратнее на шипы не напороться. О, боже мой, Иисусе. It's okay. Все рушится, мы зря, конечно, колыхнули. Да, это опасно. Беги, беги. Беги, это мне нужно живое, это очень красивое. Я хочу с тобой познакомиться, я так одинок. Знаешь, Лара, я настолько одинок, что уже мечтаю о виртуальной девушке. Позор мне. Надеюсь, этого никто не слышит. А, нет, слышит, мы же пишем летсплей, господи. Так, бегом. Опа, нет, как он? Он гнался за нами. Так, надо что-то нажать. Так, жмем. О, придавило нас, нет. Ох, как сильно, прям вот сюда. Я сдох. Вот видите, как. Не работает у нас инстинкт выживания. Давайте, ладно, бегом. Надо было на Y нажать, на Y. Сейчас нажмем. Давай, 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 давай. Оп, все, вали. Хочет он помочь. А, на тебе, камень по лицу. Но я уверен, что он добрый на самом деле был. И мы просто погорячились. Стены сходятся. Давай, прыжок. Пойдем, пойдем. А, не только не факел. Уилсон, так, стоп, нам надо. Как быстро мы ползем, как Спайдермен. Так, налево. Очень быстро, или так просто выглядит. Стоп, направо. Ай, Лара, молодец. Давай к свету иди. Прими свет, прими давай. Мы справились, отлично. Да, она сказала. А часы-то не сломались и не промокли, вот тебе. Такое странное освещение. Чувствуете, цвета такие болотные немного, зеленоватые, болотные. Странно, да, для такой игры делают кинематографичные вставки. Ну, это... Обычно уже так не делают. Tomb Raider. Хорошо оформили. Но болотный цвет странный. Почему он такой? Хотя бывает такое.
А, стоп, это геймплей, это был движок. Я думал, это кинематографичная вставка. Нет, суть как интересно. Окей, так, давайте инстинкт применим. Как нам можно... Так, это прыгаем. Хорошо, прыгаем очень высоко. Можно двойной прыжок сделать, нет? Так, как нам ускориться? Непонятно. Дерево. Возьми меня. Шлюпка. Так, что, шлюпка? Нам нужно в шлюпку. А, это же... Я там был. Так, как нам ускориться? Ага. Стоп. Это у нас типа уклон, да? Уворачиваем. Проходим. Давайте пройдем здесь. Ладно. Спокойно. Давай. Мы можем преодолеть все. На крайняк просто вставай на четвереньки и ползи по бревну. Так даже лучше, вес распределится больше. И... Вот. Аккуратней. Да-да, лучше ползи. Лучше ползи. Так, а, нет, смотрите, она... Упертая, они ищут таких путей. Я думал, нам надо бы сейчас искать равновесие, держать вот этим. Лево-право, лево-право. Но нет, нам не надо было этого делать. Окей. Давайте прыгаем. Оп. Так ровно прям оборвалось здесь. Порожек такой сделал. Сделала. Прям специально для нас. И, конечно, надо не ссать и рисковать делать более, знаете, вот карты, в которых надо играть, уровни, более правдоподобными, похожими на природу, чтобы... Ну, вы поняли, в общем. Я справлюсь. Так, что мы должны сделать? Она справится. Вы с чем справитесь, мадам, объясните? Нам надо прыгнуть, да, зацепиться? Воу! Так, схватиться, чтобы не упасть, ясно. Ползем. Ползем наверх. Вот что надо сделать. Так. Прыгнуть вверх. Ясно. Так, хорошо. В сторону, да, кажется? Да. Я думаю, эта игра будет очень напоминать Uncharted по стилистике. Да. Воу-воу-воу-воу-воу. Все, держимся. И я, кстати, играл в Uncharted 3. И мне дико понравилась игра. И... Она по сюжету такая приятная, не то чтобы прям супер-мега торкает, но она была приятная, интересная, и в ней постоянно что-то происходило, прям постоянно какой-то экшен, крушение, и я прям, ну, это был, знаете, такой для меня аттракцион шикарный. И я вот и надеюсь, что эта игра будет тем же самым аттракционом. И не то чтобы жду от нее прям супер-сюжетных таких линий крутых, необычайно интересных и глубоких. Тема это в принципе, уже довольно-таки избита, затронутая, там, внутренний зверь, инстинкт, поверь себя, и детка и так далее. Красивая попка и грудь, и все дела. Вот, но я просто надеюсь, что эта игра будет хорошим аттракционом. Рюкзак Сэмми, давайте возьмем с собой. Я всегда хотел этот рюкзак себе. Давай, где? Где он? Я не вижу. Сэмми! Значит, они прошли здесь. Итак, нам нужно будет найти нашу группу. Опа, у нас камера есть, круто. Спички, да, это были спички и рация. Walkie-talkie. Сэмми? Рот! Открой рот, Сэмми! Получено новое снаряжение, рация. Иди по следам выживших, давайте посмотрим. А, у нас есть и так значок там. Опс! Чуть не упал, чуть не упал, чуть не упал. А, это так задумано? Фух, как интересно! Местонахождение прибрежный лес. А здесь будет open world или как? Хорошо, все резко поменялось. Нас обломила игра. Животные. Смотрите. Тут я так и думал, что здесь будет что-то с Вуду связано. Вот эта штука. И нам здесь холодно, кстати, я так понял. Давайте укроемся от воды. Да, ей нужно куртку взять. Надо было, не знаю, что-то порыскать в лагере получше, найти какие-нибудь тряпки, надеть на себя. А то ты замерзнешь. Кто-то здесь устраивал ночлег, видимо. Небольшой привал. Отлично. Умойся, детка. Ты грязная.
Нет, останься такой. Есть кто в связи? Ответьте. Хорошо передали ее холод, мне нравится. Кстати, ты еще мокрый. Ветер такой, наверное, обдувает тебя. Она набрала всяких сухих веток. Молодец. Начиталась статей всяких, да, о том, как что разводить. Кстати, кто из вас умеет разводить костер при помощи трения веток? Я не умею. Надеюсь, вы умеете. Но она будет это с помощью спичек делать. Да, одна спичка. Аккуратно, я тебя прошу. Все, все, у костра очень тепло. Можно будет отогреться. Что она думает, интересно, сейчас? Стоп! Слабый сигнал какой-то, да? Зря, надо экономить батареи. Хотя, она наверняка надеется на то, что кто-то сейчас скажет что-нибудь, и они смогут, она сможет найти своих друзей. Так, посмотрим, что они сняли на камеру. Знакомьтесь, перед вами будущее светило мировой археологии Лара Крофт. За работой. Сейчас она занимается поисками страны Яматай, которой правила Пимика, императрица Солнца. Она же моя прабабушка. Сэмми, это не смешно. Знаю, дорогая. Просто хочу немного разрядить обстановку. Все уже на пределе. Что тебя так напрягает? Я близка к разгадке, это точно. Но не знаю, станут ли они меня слушать. Да и надо ли меня слушать. Лара, ты прекрасно знаешь, никто не разбирается в этом лучше тебя. Я сейчас абсолютно серьезно. Я верю тебе. Рот верит. Разве этого мало? Все, хватит, перерыв. Я хочу выпить. Окей, окей. И Сэмми, спасибо. Она не всегда такая зануда. Итак, смотрим дальше. Я несерьезно отношусь к экспедиции. Не говори так, Лара. Нас финансирует не только семья Сэмми. Я рискнул всем состоянием. Ну, мы все чем-то рискнули. Нас не будут финансировать вечно, Уитман. И поэтому мы должны идти на восток, а не на запад. У нас нет данных. Нет данных, что... Все персонажи выглядят очень колорито. Соответственно, я думаю, что мы каждого будем по отдельности встречать. Но авторы этих книг не нашли Яматай. И какое-то время даже, возможно, бродить с ними. Нет никакого смысла идти по чужим стопам, доктор Уитман. Я не готов поставить на карту свою репутацию. Напомню, я здесь ведущий археолог. Давно были в экспедиции без софитов и камер? У меня 30 лет опыта и 2 научные степени. А ваше дело? Лодка, мистер Грим. Корабль, доктор Уитман, корабль. И это... И не паркурщик, а трейсер. Строго на понятно? Востоке лежит треугольник дракона. Именно туда нам и надо. Лара, птенчик мой, я пойду за тобой хоть к черту, но там плохая энергетика. И страшные бури. Рядом с ним Бермудский треугольник, просто ерунда. Но я с вами. Легенды гласят, что императрица Пимика умела вызывать бури, а в мифах обычно есть доля истины. Что если Яматай находился прямо в треугольнике? Вот, смотрите, спутниковые фотографии треугольника дракона. Мне это не нравится. Да, вода, значит, пройдем. Неужели вы это Хватит? Серьезно? Рейс права. У нас нет денег на безделье. Сейчас или никогда. Лара предлагает свежую идею и план. Я здесь капитан, и мне решать. Мы идем в треугольник дракона. Что я тут делаю? Ага, интересно. То есть мы все-таки именно на экспедицию какую-то ехали. Я думал, просто она хочет там приключения поискать на свою эту... Нельзя сидеть. Да, нельзя. Нужно найти какую-то... Давайте возьмем, может быть, у нас здесь есть возможность факел взять какой-нибудь, нет, с собой? Так. Что там за заметкой было? Заметки, можно это посмотреть? Нет, заметок нельзя нигде посмотреть. Соп, селект. А,
Во, а, и камера, смотрите, есть. Ой, карта, в смысле. Мы с вами проделали вот такой путь, да, судя по всему. Нам надо пойти сюда. Так. Снаряжение. Этого всего у меня нету. Так, навыки. Навыки отсутствуют. Ищите вещи, оставленные прежними обитателями острова. Там артефакты. А травы кампо. Нет. Тут будет прям крафтить надо будет что-то? Или что? Или выживать как-то? Я не понимаю. Так, дневников. У нас место прибрежный лес есть. У нас ничего нету. Окей. У нас ничего нет. Все, пойдемте. Пойдемте. Хотя, знаете что, на этом, я думаю, мы с вами закончим. Затравочка такая была. Мне довольно-таки... Ну, мне пока интересно поиграть, посмотреть, что будет дальше. И теперь все зависит от того, как вам эта игра. Хотите ли вы наблюдать за прохождением этой игры или нет, пишите в комментариях. Лайкайте обязательно, обязательно лайкайте. Лучше даже лайкните, чем пишите в комментарии. Вот если вам лень писать что-то, просто лайкните, и тогда я буду знать, что, типа, вы окей. Вот, ну что ж, огромное спасибо, ребят, за то, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующий раз, либо в этой игре, либо в любой другой. Посмотрим. Давайте жирную дружескую пятюлю. Я вас всех обожаю, ценю и уважаю, поэтому давайте пять. Вы готовы? М? Готовы или нет? Вижу, что готовы. Давайте. И пять. С вами был Юджин, и всем пока! Да, я новенький. Здрасте, здрасте. Да, забей на всю эту херню, просто дай проход. Я туда поссал в этот колодец. Ничего, никто не против, надеюсь. А, мне нужно идти? Я даже немного переживаю, немного. Вы знаете, все на меня смотрят, они могут отвернуться, нет? Неужели он успеет долететь за это время? Или... Или... Супер-мега-робот. Опа, один готов. Фури, кровища. Got quiet all of a sudden.